студии номер 2, опус 3, до диез минор, Сергея Рахманинова. Вещает колокол отважный историю былых времен, о принятых решениях важных, набегах вражеских племен. Разлив страдания по венам блаженной матушки Руси, предательства текут, измены, помилуй, Господи, спаси! Под мощный звон сбирали силы, крапили богатырский меч, ведь колокол — судьба России, ее молитвенная речь.